Уважаемые студенты 4 курса, мы продолжаем изучение дисциплины современные США. На прошлой лекции мы говорили о развитии современной американской экономики, а сейчас я предлагаю вам дополнение к видеолекции номер 10. Десятая видеолекция у нас посвящена личностному фактору в экономике США. Очень интересная тема, опять мой любимый личностный фактор. Правда, на этот раз уже не в истории, не в политике, а в экономике. Но тем не менее, Америка богата на яркие личности, в том числе и в сфере экономики. Итак, я должен в этом дополнении дать вам контрольные вопросы и подсказать интересную, рекомендовать интересную литературу по данной теме. Что касается литературы, начнем с великолепной монографии западного исследователя Селигмана, который называется следующим образом. «Сильные мира сего. Бизнес и бизнесмены в американской истории». Москва, 76-й год издания. Ну а дальше пошли вот как раз таки бизнесмены. Генри Форд. Он написал книгу мемуаров под названием «Моя жизнь, мои достижения». Минск, 2007 год издания. Джон Дэвисон Рокфеллер. Знаете, один из богатейших людей мира. Он написал мемуары под названием «Как я нажил 500 миллионов долларов». Подзаголовок «Мемуары миллиардера». Москва, 2020 год издания. Новейшая книжка вышла совсем недавно. У нас в Америке она вышла давным-давно, естественно. Теперь пара книг о выдающихся американских бизнесменах и изобретателях. Уолтер Айзексон. Книга называется просто «Стив Джобс». Это биография Стива Джобса. Москва, 2011 год издания. Я обращаю ваше внимание на объем этой книги. 840 страниц текста. Но я думаю, интересного текста, несмотря на такой колоссальный объем этой книги. И интереснейшая книга Николая Надеждина, российского исследователя, под названием «Томас Эдисон. Человек изобретающий». Москва, 2010 год издания. И, наконец, на русском языке изданы книги Билла Гейтса, создателя корпорации Microsoft. Вышли его книги «Дорога в будущее», 1995 год, и «Бизнес со скоростью мысли», 1999 год. А теперь перейдем к контрольным вопросам или вопросам на закрепление. Первый. Что означает понятие «self-made man»? Второй вопрос. Кто является рекордсменом по количеству патентов на изобретение? У этого выдающегося изобретателя этих патентов более 1000. Третий вопрос. Что такое венчурный бизнес? Четвертый вопрос. Что означает и из какого языка пришел термин бренд? И, наконец, пятый вопрос. Какую известную фразу о бизнесе произнес 30-й президент США Кэлвин Кулидж? Благодарю за внимание.